Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька. Сегодня записываю очередной видосик. Чемпионские контейнеры. Откроем, посмотрим, может что-то шикарненькое сегодня у нас упадет. Будем надеяться, что никаких мин, никаких нитр не будет. Давайте быстренько откроем первый контейнер, где они у нас были. Открываем. 3500 кристаллов. Это, конечно, тебе не мины, не нитры. Плохо, конечно, но все же даже в таком размере кристаллы меня, в принципе, устраивают. Я бы не сказал, что это так печально. Может, для кого-то это будет полной фигней, кому-то это не нравится. Для меня это не так плохо. Открываем следующий и давайте, чтобы упало уже что-нибудь хорошее, красивенькое. 125 ДДшек. ДДшек у меня сейчас больше, чем почти даже нитры. Нифига себе. Что-то многовато, многовато. Ну ладно. Ладно, ладно. Переходим тогда к следующему контейнеру. И, кстати, я все хочу сказать вам в своих контейнерах, в своих открытиях, то, что до сих пор ни в одном открытии халявных контейнеров, а именно контейнеров с цепочек, мне не выпала ни одна краска. Просто ни одна. Пусть это будет даже какой-нибудь свинец, там еще что-нибудь очень плохое, но ни одной, просто ни одной краски мне до сих пор не выпало. Не знаю, что это. То ли проклятие, то ли какая-то неудача. Не знаю, что происходит, но пока мне ничего не выпадало. И давайте переходим к следующему контейнеру. Кстати, сегодня у меня было 4 штуки целых. Опять 3500 кристаллов. Итого 7 кокри уже есть. В принципе, кристаллы меня устраивают. В любом размере, в котором они падают, меня они всегда будут устраивать. Потому что, ну, на то это и есть игровая валюта. Пусть она даже будет в маленьком количестве, но это куда лучше, чем будет мне нитра падать или мины, которые мне все равно не нужны при любом раскладе. Итак, что я хотел еще сказать? Что-то хотел и уже перешел к другой теме и как-то улизнуло. Ну ладно, может быть еще вспомню. А, насчет красок, что я хотел сказать. Не падает, да? И сегодня тоже все как бы печальненько, я так думаю, что с этого последнего мне тоже не упадет. А вот некоторые игроки, открывая 3 контейнера, также самохалявных, из них получают по 2 краски, по 2! А я открывал уже, это какая будет серия, 4-я, походу, или 5-я, не помню точно. Надо будет посмотреть. И мне не упало ни разу. При этом я открываю еще на без доната, на маленьком звании, и открываю на моем бригадирчике. И тоже не падает. Не знаю, что это происходит. Открываем сегодня целых 4 контейнера. С этих 4 контейнеров падает. Что последнее? Одно белое. 4 белых контейнера. Что-то как-то очень печальненько. Меня это особо, конечно, не радует. Можно даже уже переименовывать рубрику с чемпионских контейнеров на белые контейнеры. Открытие белых контейнеров. Ну, как-то так. Будем надеяться, что следующее открытие будет куда лучше этого. Ну, а пока на этом, в принципе, все. Если понравился видосик, то обязательно поставьте лайк. Пишите свои комментарии. По комментариям буду разыгрывать призы. Возможно, это будет промокодик на контейнеры те же самые. Либо золотые ящики, либо кристаллы. Так что обязательно комментируйте, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Приходите на стримы, также подписывайтесь на группу ВК, ссылочка есть в описании. А на этом все, с вами был мистер Ванька. Всем спасибо, всем пока.